И где вас носила? Ну-ка, признавайтесь. Признавайтесь, мои маленькие. Мои красавицы. Папа, мама. И младенец. Вот такие танцы. Вот такие танцы. Наконец-то. Пришли. Как дела? Расскажите, где вас носило? Ой, тут стрекозы-то разлетались. Они это стрекоз ловят. Так, в чем дело? Почему вас так долго не было? Где вас носило? Посмотрите, как стрекоз ловит. Ой. Давай, 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 давай. Ну-ка. Ой, ты мой сладкий. Драгоценная птичка. Немножко угостись. А там стрекозы. Ну, что мы имеем? Мы имеем маму, папу и младенца. Посмотрите, желтенькая шапочка у него. Самый игривый. Ребенок. Опа! Вот привели ребенка. Вырастили, привели. Ну, пожалуйста, вам. Залетали эти стрекозы. Ну, ребенок сейчас поналовит, понаестся. Как здорово, но сейчас стало жарче, чем утром. О, как ловит. Он к зернышкам еще не привык. Его даже и не интересуют зернышки. Хлебушка вообще им не даем. Вот 2 дня отсутствовали. Где-то их носила нечистая. А где-то по болотам. Еды сейчас очень много. Едят насекомых, кротов. Ну, сейчас кроты, наверное, поглубже ушли. Влажно очень. Рыбку, лягушечек. Это вот малышню привели. Это впервые и такой уже большой ребенок. Странные какие-то. Они сегодня утром приходили, я вам показывала. Ушли на озеро, вот сейчас подошли. Вот видно, мама тут. Зернышки. Сейчас покупаем им мелкие зернышки, дробленую кукурузку. Они гораздо лучше ее едят. Ну что у нас? Погода все время дождливая. А вот сегодня первый такой яркий день, но однако посмотрите на небеса. Возможно, к вечеру это все разразится дождичком. Эльза прекрасно себя повела. Она нам оставила, подарила нам дождь и немножко ветра. И побежала во свояси. Правда, жара есть. Вот теперь папа поест немножко. Что, малыш? Такое чудо вырастили, да? Капризная. Воспитываете его? Как только шапочка покраснеет, так моментально они его будут отгонять и заставлять жить жизнью самостоятельной. Жениться, плодиться, размножаться. Он такой маленький. Шапочка желтенькая, шеей крутит. Эти как нарочно разлетались над ним. Небо темнеет. Ну, как у нас? Да как было в прошлом году, так и в этом году точно так же. Маски носим. Щиты купили, теперь носим. Пластиковые. В магазинах, как всегда, защита стоит у двери.
Влажные салфетки, санитайзеры, протираются все колясочки, ну, в смысле, корзинки. Ну, так особо, ну, вакцинация, пожалуйста. Везде, вот в библиотеке была. Так, просто у нас такая вот жизнь, что мы не сталкиваемся ни с кем. В магазинах защищаемся, а так, собственно, где? Особых я заболеваний не слышала. Ну, разве тут по телевизору что говорят, то и вот и есть. Никаких у нас нет манифестаций, никаких ни за, ни против. В клинике все в защитных масках бегают. Здороваются кулачками. И вот так. Ну, теперь хотите узнать о наших ценах? Да, цены слегка.